Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы приготовим с вами вкусный и питательный салат из картофеля и кальмаров. Для этого я взяла консервированного кальмара, который мы порежем кубиками. Белки мяса кальмаров очень хорошо усваиваются организмом. Оно является диетическим продуктом, потому что не содержит жир. Мы перекладываем кальмара в салатник. Берем отваренный картофель и тоже нарезаем его кубиками. Добавляем к кальмару. А вот соленые огурчики мы нарежем соломкой. Добавляем в наш салат консервированный зеленый горошек. Заправляем майонезом. Добавляем соли и перца. Все перемешиваем. И выкладываем на сервировочное блюдо. Посыпаем наш салат зеленью петрушки. Смотрите, какой сытный и аппетитный салат у нас получился. А с вами была замечательная программа «Любимые рецепты» и я, Екатерина Горина. Всего вам самого вкусного!